Я расскажу, как нужно сбивать сливочное масло в банке трехлитровой. Вот я сюда положила 2 пол-литровых стакана кипяченой сметаны. То есть сметану нужно, не сметану, а свежие сливки, которые сразу после сепаратора. Их нужно прокипятить, довести до кипения. Потом пусть они остынут и постоят. Отстоявшиеся сливки легче сбиваются. Можно даже вообще поставить их в морозилку, чтобы они расслоились, отбили воду или пахту, и тогда взбивать. Ну, эти вот постояли несколько дней, кипяченые сливки, очень вкусные. Масло с них получается гораздо лучше, чем со свежих сливок. У него у масла такой, ну, очень приятный сливочный вкус. Во всяком случае, у нас. И сливки сами по себе должны быть вкусными, тогда и масло из них будет очень хорошее. То есть, как бы, какой исходный продукт, такой вам будет и сливочное масло. На базаре обычно, когда масло покупают, торговцы сбивают его из такой, ну, из просроченной уже стоялой сметаны, которая вот-вот закиснет, а то и из кислой сметаны. Поэтому, ну, там не очень хорошее масло, вернее, можно нарваться на не очень хорошее масло. А я вот специально нагнала сливок именно для сливочного масла. Вот, и сейчас мы будем его взбивать. Взбивать элементарно. Берешь вот так банку и переворачиваешь в эту сторону. Вот так. Вверх, вниз. Чтобы лучше вот это все болталось, можно туда холодной воды налить чуть-чуть. Ну, вот в зависимости от состояния сливок. Можно и за 10 минут вот это сбить, а можно и за полчаса. Вот он, будешь долбать его, долбать. Вот, пока ты будешь вот это вот все взбивать, оно у тебя сначала начнет увеличиваться в объеме. И займет где-то вот так вот 2/3 банки. Вот он сначала увеличится в объеме, а потом начнут отделяться масляные зерна. И когда вот это вы увидите, что масляные зерна начали отделяться, и как бы сыворотка, не сыворотка, а пахта начала отбиваться, вот тогда уже нужно ее сливать и опять вот так вот переворачивать банку туда-сюда, пока не увидите, что вот эти масляные зерна стали собираться в комок. Ну и тогда их уже можно достать и отжать с них остатки вот этой пахты. И сделать уже настоящее сливочное масло, сформировать брусок. Дай банку покажу. И вот уже все. Вода вышла. Вода. Ну все, пошли. Формовать теперь надо. Только столы. Теперь нужно, вот я с банки вывалила масло в такую тарелку. Теперь нужно вот отбить от него вот эту пахту, видите? Я некоторые промывают в воде руками, потом колобки лепят. Я не люблю. И вообще, зачем вот в масло лазить руками? Я это все ложкой делаю. Или ножом. Вот видите, они капельки. Вот масло, когда вот так месишь, капельки влаги из него выделяются и стекают вот так вниз. Но это достаточно. Потом вот выливать нужно, тарелку наклонить и вылить. Это достаточно долго. Вот я это буду делать до тех пор, пока не увижу, что вот этой пахты, влаги, тут совсем мало осталось. Но все равно в домашнем масле, конечно, влаги гораздо больше, чем в магазинном. Зато оно очень вкусное. Еще раз говорю, из кипяченых сливок масло обалденное. И лежит оно дольше, чем из таких, из свежих. Вон, видите, вон вода вытекает. Вот я его вымешиваю. И вон капельки воды вытекают. А потом мне сейчас останется только положить на целлофан, сформировать брусок и положить в холодильник. Сейчас потом завесим, сколько у нас получилось с литра сметаны, сколько вышло масла. Вот во все стороны надо поворачивать, чтобы вот эта водичка вытекала. Выключу потом. Вот так я формую на пакет. Сейчас поставлю в холодильник. Я завесила, получилось 698 граммов. Ну, считай, 700 грамм. Это с 2 пол-литровых стаканов сметаны. Ну, вот и считается, 1 пол-литра хорошей такой сметаны. Густоватый, но не сильно густой, нож не стоит. Получается 350 грамм масла.